Импортозамещение и наполнение продукции предприятий казахстанским содержанием на современном этапе становится одним из главных задач развития отечественной экономики. Это обеспечит работу казахстанских компаний, создаст возможность для организации новых рабочих мест и, как следствие, увеличит налоговые поступления в местные бюджеты. Трансформаторный завод. Там есть более 100 комплектующих, которые завозятся извне. Вот этим, сейчас по программе «Дому» мы хотим открыть предприятие, которое будет вспомогательное предприятие, которое будет эти комплектующие производить. А проблем на том же трансформаторном заводе множество. При наличии в республике 4 своих нефтеперерабатывающих заводов, необходимого для производства трансформаторов масла не производится. Только годовая потребность предприятия составляет порядка 5-5,5 тысяч тонн. В данное время имеем дефицит по трансформаторным маслам. Российские заводы нам не могут дать, не могут отпустить, потому что у них годовой объем закупают коммерсанты. Они продают по коммерческой цене и ставят в очередь. Но трансформаторное масло нужно не только КТЗ. Его используют Казмунайгаз и Казтрансойл, Казахстан Тимиржалы и КИГОК. Все РЭСы потребляют трансформаторное масло. Но загвоздка не только в нем. Есть проблемы по поставкам черного и сортового металлопроката, калибровочного металла, швеллеров, уголков и метизов, которые заводятся из-за пределов республики. Хотелось бы, чтобы, допустим, у нас тут же в Караганде произвести уголки, швеллера или хотя бы метиз. Метиз покупаем из Магнитогорска, но было бы лучше. Все-таки по программе «Моногородов», если Кентау базируется какой-то компанией, мы готовы сотрудничать по этим позициям, которые не производятся в Казахстане. Тут же метизи, тут же лакокрасочные изделия. Извините, у нас в Казахстане же краска тоже не производится. Жизнь заставляет применять новые технологии, создавать новое производство. А при дальнейшем развитии кризиса в Европе совсем неплохо будет, если необходимая продукция будет изготовлена внутри республики.